Добрый день. Ну, вчера Верховная Рада и Кабинет министров пришли к тому, что в ассоциации у нас, скорее всего, не будет. Так, я так понимаю, решение этого вопроса. Вот, поэтому мы хотели бы высказать несколько слов в связи вот с такой ситуацией, с предстоящими бурными событиями, которые обещают 24 ноября в Киеве. И я хотел обратиться с таким вопросом к двум Николаям Николаевичам. Николай Николаевич Еременко, наш литератор. Скажите, Николай Николаевич, а что вообще дает евроинтеграция вам, как простому рядовому человеку, гражданину Украины? Здравствуйте. Мне ничего, как и козьему болоту, на которое собираются... Вы имеете в виду там, где... Вы имеете в виду Майдан. Майдан. А первичное название – это козье болото. Хорошо. И вот и тем, кто собирается на козьем болоте, тем тоже ничего не дает. Я хочу сказать, что решение Кабинета министров о приостановке вступления в ассоциацию – это тактический ход. Да, денег нету, возможно, удастся подавить Москву. Ну, и одновременно и выключить у этого самого валютного фонда самую копеечку, чтобы отдать, так сказать, копеечку. Я хочу вот что сказать. Вся эта мышиная возня, скорее всего, в Вильнюсе ассоциация будет подписана. Почему? Она выгодна Евросоюзу. Она не выгодна Украине. Да, судя по информации, то Европа сильно обиделась. Да, Юля будет сидеть. Да. Вопрос ассоциации подписан с Сирией, Марокко, где, так сказать, сидят очень многие, с ЮАР сидят очень много, очень долго, где там сами расстреливают. Турция, кстати, Турция, 50 да. Уже так что это самое, это выгодно Европе, это выгодно рынок сбыта, а Украина еще на себя налагает обязанности, то есть как шлюха на танце должна являться вовремя. Ну, за это надо побороться. Ну, конечно, конечно, конечно. Николай Ильич, а ваше мнение, что касается так называемой евроинтеграции? И вот почему, вот мне непонятно, почему наш народ вот так лихо ломится в эту интеграцию? У нас уже было 22 года назад, когда нам говорили, вот мы расстанемся с Россией и заживем вот так. Сьогодні повторяється дежавю, виходить. Да. Я думаю, що в цьому напрямку, звичайно, ніхто нам, ні Росія, ні Євросоюз, не допоможуть при тій ситуації, коли сама Україна не зробить свій вибір. Це раз. По-друге, значить, якщо ми йдемо в Євросоюз, значить ми повинні готувати хорошу продукцію. Ми на сьогоднішній день, крім прокату або якось там, значить, ну, то есть ми сильйо віддаємо. Ні, ну, мав там в сільському районі, да? Глобинський район, Житниця Полтавської області. Да. Значить, що здесь головне? Овочі, фрукти, м'ясо. Але ж ви дивіться, в Союзі да. У нас був в Глобинському районі консервний завод, де ця продукція виходила за межі, може, навіть і радянського. Да. Ну, во всякому случае, по СССР вона ходила, ця продукція. На сьогоднішній день, ну, єдине, значить, Глобинський м'ясокомбінат, він на всю Україну славиться, але ж про те, що екологічна ситуація в нас, і Микола Миколаївич, я думаю, що піддержить в цьому напрямку, значить, становиться з кожним днем все гірше і гірше. Тому що цих уже комплексів настроїли майже в кожному населеному пункті. От, ось у нас тут Бабишівки, є свинокомплекс, Шепелівка, далі Семимогили, Самоглобино. От, і вже навіть на Глобинській міськраді піднімали питання депутати, що, значить, вибачте, ви ж людей травите. От, тому на сьогоднішній день я вважаю, що дійсно треба самій Україні оприділитися в тому напрямку, куди треба йти. Але щоб йти в той або в інший напрямок, значить, треба, щоб ми готували хорошу продукцію, це раз. Значить, не крали те, що ми вже розбазарили. У нас же немає державного підприємства, у нас на сьогоднішній день практично немає.
немає. А якщо воно і є, то це ефективні собственники. Да, 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 власні соб, да. Ефективні, да, да. Вот. Поэтому за рахунок банкрутства і не випадково я вам приводив приклад, що, значить, за то, щоб оці землі не давати там уже, тому що є дійсно суди приймають рішення на користь громадянина, вот, щоб її оцю землю оставить і віддавати в оренду, де получають хороші прибутки, от, значить, міняють вивіску, просто-напросто міняють вивіску і не вирішують це питання. Тому майбутнє. А це європейський підхід взагалі? Ні. Це одно став другим. Це не європейський підхід. Взагалі, якщо брати по великому рахунку, значить, якщо є рішення суду, то воно повинно виконуватися. На сьогоднішній день рішення суду у нас практично на 90% не виконуються і розводять всі руками. Тобто Верховна Рада не вслідковує міняти закони. І я взагалі от не розумію, я от 13 років займаюся правозахисною діяльністю, я не розумію, от як приймаються законопроекти. Ви там не працювали. Да, да. Ні, ну саме головне, якщо стоїть питання одне, що, значить, як, припустимо, зареєструвати земельну ділянку. Це одне питання, але ж воно повинно входити в комплекс. Але у нас виходить, що, значить, це окремий закон. І простому смертному до того закону просто-напросто не дійти. Вот. В цьому напрямку я вважаю, що вот. Ну і саме головне, у нас люди наскільки вже відвикли від оцих майданів, від оцих этих, моя хата з краю. Ви вот. Думаєте, завтра в Києві вони не вийдуть? Вийде. Да, вийде якась частина, але основна маса. Я беру навіть той приклад, що ми займалися подіттям війни. Казалось би, матеріальна зацікавленість, все. Але ж люди от як виплачують, тоді вони готові. А як тільки призупинили виплату і все. Я, от, наприклад, ми вже 2 роки зверталися до адміністративного суду в Харків. І там другі питання. Ну, ми матеріально просто не можемо це потягнути. І коли звертаємося до цих людей, вони кажуть, так, хай воно буде як буде. Оце, і я думаю, що і наше майбутнє, тобто наше майбутнє дітей і внуків, воно іменно залежить от сьогодні, наскільки ми приділимося. Да, дійсно, ми з Росією не повинні втрачати ніякі стосунки, і ми не будемо втрачати, і вони будуть підтримуватися. Але ж на сьогоднішній день зробили так, що вроді би і навіть партія регіонів... Це ж кому? Це еліті наші. Так. І вроді партія регіонів сказала, що ні, ми ж йдемо в Євросоюз. І буквально за неділю тут заявляють отакі ці незрозумілі... Різкі да, установки. Да. Николай Николаевич, як ви думаєте, ну чому Києво-Хуторянська еліта у нас, яка там на Печерських холмах сидить, чому у нього така розруха в голові? Или це не розруха, а щось інше? Торгашество, Мазепинство и руина – это и раньше было, и сейчас основные признаки державы. Настоящие. Да. Мазепинство и руина. И в головах, и на земле тоже. Я вот просто хочу дополнить по поводу овощей. Дело в том, что если мы возьмем сегодняшний украинский стол, пересечного, как говорят, простого украинца, то мы увидим, что на этом столе 60% пищи – это привозной, не своей. Еще 30% пищи на этот стол дает дядька с огорода, вот тех овощей, о которых вы говорите. 60% – бананы. Да, тут, бананы. Вот, да, это самое. Мы своих груш, яблок не любим кушать, а вот бананы, и не эти самые, не кормовые, а вот... сладкие, хорошие, мы очень любим. Но нам привозят кормовые бананы. Кстати, есть разница между кормовым бананом и пищевым. Ну да ладно. Там еще везутся за полгода до созревания. Ну да ладно. Так. И то есть 30% на народный стол дает дядьку с огорода, у которого 4%, так сказать, пахотной земли Украины. И всего 10% дают вот те латифундисты, у которых 80% пахотной земли Украины. То есть 80% земли дают всего на
народный стол 10%. Остальное сгреб. То есть они работают 3 дня, как говорится, в году. То есть вспахал, посеял, убрал и вывез. И радуется 60 миллионов. И потому в Лобинском районе на сегодня выращивают такие овощи, как только генномодифицированные: соя, свекла, кукуруза. А картофель? Ну, картофель выращивает 1-2 из тех малых фермеров, которые практически входят 4% земли вот того дядька. Да, есть в Лобинском районе одно фермерское хозяйство, которое, два фермерских хозяйства, которые занимаются картофелем. Есть. Не скрою, слава богу, что они есть. Все остальные, подчеркиваю, практически 100% сои, выращиваемые в Лобинском районе, генномодифицированные, то есть приспособленные к раундапу. Раундап – это тот оранж, который американцы сыпали на Вьетнам, а сейчас в год на Украину завозится столько, сколько американцы высыпали на Вьетнам. Они же в Виннице собираются строить завод специально. В Лобинском районе уже построили, и вот, наверное, будет или Микулаянович показывает покращение, или даже сам профессор приедет. И мы и так кушаем шоколад генномодифицированной сои, но теперь мы будем много кушать генномодифицированного шоколада, пить молока, потому что Глобинский район, например, раньше изготовлял 70 тысяч тонн молока в год. Сейчас 3000 тонн молока в год изготовляется, и то в основном... Это высококачественного или... Молока в год, и то половина из этого, это из частного хозяйства, где оно процессуется через женские трусы. Засняла группа с Полтавы, которая... Это самое. Через женские трусы. Трусы-дельник это. Ну так засняли, я же не виноват, так засняли. То есть, но продукции, например, с того же Глобинского маслозавода или, например, с Пряцинского сырного завода, изготовляют там больше в несколько раз, а то до десятка раз, чем туда завозится молока. Вот, например, сыром на Пряцинском сырном заводе изготовляется в 10 раз больше, чем туда завезли молока. Хотя раньше, чтобы изготовить сыр, там надо 20 раз, так сказать, литра молока, чтобы на тот сам. И вот этот сыр потом едет в Россию. Да, в Европе его не возьмут. Так же, как вот здесь тот самый Николай. А потом возмущается, прошу прощения. Да, так же, как здесь Николай сказал о том, что наш Лобинский колбасный завод славен на всю Украину. Да, каннибализм, он процветает не только на Украине, но снова в Африке. Почему? Дело в том, что вот те свинокомплексы, о которых ты говорил, когда там за 6 месяцев выращивают на 100-120, это самое, этим всем свиньям введен человеческий ген роста. То есть, да, за 6 месяцев выдувается до 100-120, это самое, с человеческим геном роста. Приятного аппетита. Это каннибализм называется. Так что глобинская колбаска с человеческим геном. Я думаю, что это глобинская колбаса. Ну да, не только. Не, ну это, так сказать, я говорю о этих свинокомплексах. То есть, что это основано, так как выращено сои, буряка, кукурузы, основано, ведет ген стойкий к раундапу, почему никто там буряк не полит, это самое, почему там кукурузу это самое. То есть прошли раундапом. Все понятно. И кукуруза стойкая именно к этому. Все другие, так сказать, сорняки погибают. Правда, как это грунту, к чернозему и все такое. Это история умалчивает, да. А птички над этими полями летают? Да, нет. Так что самое интересное, вот, например, на полях Глобинского района, на многих полях Глобинского района вы не встретите не только жаворонка, вот, возможно, кто помнит весной, как жаворонки трепетали, вы не найдете там не только зайца, но на многих полях вы не встретите степного воробья. Вытравили. И еще, например, что в чем беда? Например, раньше были защитные зоны водоемов, защитные зоны дорог, даже полевых. И через эти защитные зоны, это была не только кормовая база для братьев наших меньших, для птиц, но и там они жили. И через них могли с одного ареала перейти в другое. Даже ящерка перебежать. Сейчас это все распахано до такой степени,
Хотя по земельным законам, то есть возле каждого пая должна быть дорога, межа. Но это все халява, это все, так сказать, идет тем же латифундистам, не учтенка, как и распахано до воды. И это та же неучтенка, хотя, например, вот если взять вот здесь Кагамлычок, там дальше Умельничок, то я хочу сказать, что, например, если на этих наших малых реках создан ставок или болотце площадью более 3 гектаров, защитная зона должна быть 50 метров, а если уклон более 3 градусов, удваивается 100 метров, но распахано воды. То есть вы хотите сказать, что в головах нашей Киево-Печерской хуторянской элиты разрухи нет, а есть трезвый расчет по уничтожению нашего народа. Да, надо, чтобы, например, в селе, и это требование из Вашингтонского обкома, осталось не более 3-4 миллионов украинского села Колебели нации. Куда денутся эти люди? Половина вымрет, сопьется, а половина, знаете, вот сейчас 7 миллионов украинцев на Завров. Да. Из них 5 миллионов в России. Да. И Путин сейчас сказал, что соотечественники, возвращайтесь домой. То есть целая программа, под которую молодые люди до 40 лет им предоставляется работа, жилье, подъемные. Раньше при Союзе можно было работать на севере, заработать пенсию и вернуться до вишневого садка. Да. Сейчас, так как все более и более граница проволока и придираются к запятым и прочим вещам, то вот было исследование, то что студенческая молодежь, 80% студенческой молодежи, это исследование социологов Украины, хочет выехать с цией страны, то есть покинуть эту страну, то есть это что касается патриотизма. Ну да. Все мечтают... Европа, конечно. Европу, но в Европу таскать судно, это самое, не всех возможно. Там уже занято. Там занято, а вот на зеленый клин в Сибирь, на нефтепромышлы, куда зовет Путин, даже начиная от Воронежской области, туда можно. И здесь я займу... То есть выбор есть? Да, выбор есть. И вот здесь я займу еще одну маленькую секунду. Дело в том, что согласно переписи 1897 года, Полтавская губерния, этнический состав, 94% было малороссы. А Воронежская область 47% малороссов. Но после даже не 17-го года, в 1932 году, во время Голодомора, кстати, впервые в паспорте украинцев было записано «украинец». Ага. До этого в паспортах не писали национальность, только вот впервые в 1937 году. Так вот, в Украинской ССР малороссов записали украинцы, а вот в Воронежской губернии малороссов записали в русские. 47% малороссов в Воронежской губернии – это русские люди, а 94% малороссов в Полтавской губернии – это украинцы. Хотів би ще зупинитися на тому, що от дивіться, коли які вимоги були, щоб ми вступили до Європейського Союзу, значить це в асоціацію. Значить, перше, значить, прийняття закону про прокуратуру. І друге, значить, судовий розгляд справ. Тобто на сьогоднішній день все можна купити. От. І доступ до суду практично простому смертному. А що, в Європі не покупають суд? Не знаю, там це, як вони покупають, але в нас от на сьогоднішній день така ситуація склалася. І тому от, на сьогоднішній день от те, що ми дійсно бачимо, приймається рішення суду, але ж вони не виконуються. От. І я думаю, що якщо на сьогоднішній день отак і далі буде, значить, в принципі, у нас питання права власності, от, уже ходять законопроекти по земельним питанням, що уже не буде унаслідування, тобто спадкової справи не буде по землі. А вже раз воно ходить, значить воно комусь вигідно. І сьогодні у мене от декілька вже є таких звернень по поводу не
ну, можна сказати, навіть самозахвату землі. Тому що людина користується, поки в оренді, потім знаходиться, ну, молоде покоління підростає, хочеться, щоб самостійно зайнятися цією земельною ділянкою. Виготовляють технічну документацію, відбивають колишки, там, то все, виділяється земельна ділянка. От. І ось у мене два випадки є по Лобанському районі, де, значить, фермер просто-напросто ігнорує, каже, та вибачте, ви до мене не зверталися, а по законодавству теж прописано, люди ж не знають, що, припустимо, перед закінченням договору оренди, за 90 днів треба, щоб людина звернулася, що я за виходжу 90 днів, за 90 днів. Так прописано в законі. Ну, в деяких договорах, от в мене останній договір мені показували, значить, в деяких договорах там прописано, що 90 днів, за 90 днів іменно фермер повинен повідомити орендодавця, що він хоче продовжити оренду. Звісно. Ну, так не то. І от є такий випадок, що буквально... хазяїн барин. Значить, коли закінчився договір, вже люди виготовили технічну документацію, але ж орендар каже, та вибачте, я ж вам там посадив якусь культуру, от, я вам дам там біля посадки, а потім проходить термін, посадили, убрали, тепер же, ну, ми ж перейдемо на свою ділянку. Та ні, вибачте. Сидіть там. Оце наша дійсність на сьогоднішній день. Я просто хочу напомнити один закон Євросоюзу, який прийняв Європарламент буквально в цьому році. Так от, Європарламентом прийнято, що володіти землею і недвіжністю буде мати право той, хто предоставить самую стару або древню бумагу на цю землю, на цю недвіжність. Це перше. То есть, когда мы вступаем в ассоциацию, то есть обязанность Украины подчиняться законам Евросоюза. А теперь представьте, вот, особенно на правобережье, кому принадлежала земля. Я не беру... Вы имеете в виду реституцию, да, возможно? Да, до 17-го года. То есть придут... Бывшие хозяева, в основном это были поляки. Угу. Поляки придут, предоставят... Вы имеете в виду Галичину? Я имел правобережье, правобережную Украину. Даже правобережную, то есть практически... Правобережная Украина, все помещики были поляками. Не только за Збручем, а и по эту сторону Збруча все помещики были поляки. Да, быдло были, так сказать, малоросами, а помещиками, быдлом, гайдамаками это были малоросы. А это самое, поляки иногда казаковали, ну то, так сказать, в атаманах. Но где гарантия? Что, так сказать, подписав ассоциацию, не придут поляки, не предоставят самую старую, написанную в Бердичеве, составленную грамоту Беруля или Беруля, и предоставлять право на владение землей. Такой закон Европарламентом принят. Ну что ж, поэтому нашим уважаемым согражданам есть вообще-то подумать. Если те, у кого есть мозги, они должны понять одно – что ассоциация с Евросоюзом означает только одно. Мы предбанники были и будем там оставаться. Но что с нами захотят сделать бароны Запада, они и сделают. Поэтому мы желаем успехов всех нашим соотечественникам и больше вы размышляйте. Чтобы на козьем болоте ноги не промокали. Да, будем надеяться на это. Спасибо вам большое.